А? На, подержи. Так, наверное, знает это, да? А здесь единственное место нет. Вы с пропускным маячком можете отступать. У меня пропусков на ИПУК нет, верно? Соответственно, я сейчас проеду, и я смогу здесь нормально отстать. Я прошу прощения, да. Подскажите вашу фамилию? Да, правильно. Вот, 0440, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, не сильно вас отвлекаю, прям ровно минуту, у меня вопрос к вам есть. Да. Могу, да? А может, так... отвлекаете? Я все-таки я спешу. Ну, можно? Я задам вопрос, хорошо? Спасибо. Так вот, у Максимира недавно, буквально, может быть, в течение этой недели, есть одностороннее движение с левой стороны, знаете, да? После Максимира, прям с левой стороны. Там мужчина был вами остановлен, который двигался без нарушений правил дорожного движения. Вы ему вменили... С нарушением. То есть он против шерсти ехал? Против, да. Нарушая знаки 3.1 и 5.5. Это стоп. Просто он меня убеждал, мне на телефон горячей линии звонил, он меня убеждал в обратном. У него дочь была... Проста. Мы ехали по Ленинскому проспекту. Он ехал против шерсти, поэтому троллейбус... А, вот как оттуда он увидев начал. Нас, да, он уже развернулся. Естественно, мы когда его уже остановили... А видеодоказательства у вас имеются по данному делу? Все там... ГИБДД. Но они имеются. Конечно. Произведемся на то, что он в суде будет приглашен непосредственно. Как? Все предоставил. Обвиняемый в правонарушении. Но дело в том, что доказать его вину вы ему даже не предоставили возможности. Ну, а как мы предоставим? У нас у вас на регистраторе была? Ну, конечно. А в суде она будет, эта запись? Ну, когда затребует судья, конечно. Дело в том, что она имеет свойство перетираться, а записи вы изымали с регистратора. Ну, я-то ее не изымаю лично, правильно, если есть там технические специальные службы. Uh-huh. Она у нас, видите, такая. Просто он меня убеждал, да я понимаю, он меня убеждал в обратном, что он вообще никаких нарушений не было, он был в шоке. Если прям. Бы не было, но я ему прям поверил. Это же не ремень, правильно, который там... Ну, я согласен, там лишение от 4 до 6 месяцев, да, 5 тысяч штраф, да. Ситуация серьезнее, гораздо. Я и думаю, настолько, ну, хамство это как минимум, и беспредел это максимум. Поэтому зачем это делать? Соответственно, все... Ну вот мне хорошо, что я на вас попал. Ну, дай бог, чтобы было так, как вы говорите, и видеозаписи разрешит всю ситуацию. Все, спасибо. Нет. Пишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города.